Итак, мы с вами на YouTube-канале Марка Семеновича Солонина. И конкретно на странице его видео «Взрыв самолета Качинского. Ответы на вопросы». И я пригласил вас по такому вот поводу, чтобы вы убедились, что у фанатов Марка Семеновича дело плохо обстоит с головами. Простым примером и быстро очень сбить их можно прыть. Из видео Солонина «Катастрофа самолета Качинского. Ответы на вопросы». Его словами, если предположить, в скобочках, объемный взрыв, я не знаю, я этого не знаю, я не взрывотехник. Если предположить, так убеждайте, что я ни одного слова не исказил, Марк Семенович. Какие такие следы ожидаете вы увидеть, если предположить, я этого не знаю, я не взрывотехник, но если предположить, что внутри этого самолета взорвался боеприпас объемного взрыва, но не... Так, дальше мне интересно. Кстати, мой смартфон в этот раз закреплен на новом штативе, который мне подарило семейство младшего сына Алексея. Спасибо, сынок. Большое-пребольшое. Итак, убедились, кумир Марка Солонина, которого они, фанаты которого, возносят его как великого мыслителя, говорит, что он выдвинул предположение, верности доказательств, которого у него нет, потому что он не взрывотехник. И проконсультироваться со взрывотехниками до того, как вот это предположение озвучил в этом видео, у него ума не хватило. Вот такие вот фанаты у Марка Семеновича Солонина.